Портал Иваново детство РФ недоступен пользователям интернета. Пока. Во всяком случае, так говорят разработчики информационного ресурса. Но данное обстоятельство не помешало городской мэрии организовать 1 сентября красочную презентацию информационного сайта. О том, что портал находится на стадии доработки, удалось узнать лишь когда на запрос «Иваново детство РФ» ни один поисковик не выдал нужную ссылку. Кроме того, ни в одном из пресс-релизов не было ни слова сказано о том, что до запуска портала осталось 100 дней, и воскресная презентация не иначе как старт обратного отсчета до этого знаменательного события. Организаторы праздника уверяют, информация о том, что портал находится на стадии разработки, прозвучала, но в конце мероприятия. Видимо, нужно было подождать, когда уйдут почетные гости.